Что, ребят, всем доброе утро. У нас такой красивый восход. Парни, Тафи, Сэдди. Надо уже собираться, скоро пойдем гулять. Сегодня у нас 18 января. Сегодня мы пойдем в Икею, надо бы там кое-что докупить. А вы будете вдвоем тут дома тусоваться. Да. Не, ну вы посмотрите, это же тапочный вор в деле. Когда ты успеваешь их вообще, где ты берешь-то? Гулять. Я что-то не поняла, я не могу найти, где он написал. Неужели он вообще сегодня еще не писал? Это очень странно. Он встает, сразу писает. Я уже все пеленки проверила. Что-то вообще не вижу. Садька, может, где-то написал? А! Ну да. Недолго я искала. Да что же это такое? Сэдди, кто писает не на пеленке? Ну, Садька, Сэдди у нас что-то боится лифтов. Мы его то на ручках туда заносим. Сейчас посмотрим, в этот раз он зайдет. Молодец, Сэдди. Сэдди, ко мне. Сидеть, смотрите, не выбегает. Так. Двери закрываются. Движение вниз. Сэдди, ты справился. Кстати, вчера, когда мы вечером гуляли, Тафи там на кого-то кобеля наругался. Садичку так испугался. Он ко мне сразу подбежал. Сердечко так сильно билось. Кстати, тьфу-тьфу, пока что ничего не пылесосит. Я слежу просто каждую секунду. Первый этаж. Так, все, выходим. Вот какой смелый Сэдди. Интересно, на какой день Сэддичка будет писать на улице. Сэдди, может, смотри. Ну, на... Нет, ну не на сына мелкого-то. Сэдди, ты понял? Он первый раз, мне кажется, прям увидел, что Тафи писает на улице. Так, мы туда не пойдем, да. Мы туда не пойдем. Я перед... Ой, господи, малыш мой. Сэдди такой, я пойду домой. Все, пойдем. Сэдди, иди ко мне. Так, тихо, 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 тихо. Иди ко мне. Сэдди. Ты позвони. Саш, 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 Саш. Произошла небольшая стычка с собакой, которая была без поводка, кобель. Но все нормально в итоге. Так. Сэдди, иди ко мне. Сидеть. Молодец. Пошлёшь, не пойдем. Ой, Сэдька запутался. Поправлю. Сейчас пойдешь. Ой, вперед. Вперед, пойдем, пойдем, пойдем. Опять собака без поводка. А не с поводком. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Не бойся, не бойся. Да что ж ты всех боишься-то? А? Да он не у первой дни, он очень боится просто. Ему пока надо время. У нас вот воспитатель один уже есть. Пойдем. Иди ко мне. Пойдем. Садите ко мне. Ну не бойся, иди ко мне. Иди ко мне, пойдем. Все. Ну что, мальчики пошли с прогулки. Не очень долго гуляли. Значит, сейчас я сначала буду мыть Сэдди лапки, потом Тафи. Если я придумала такую конструкцию, я здесь зажимаю, ну, пока-то набираю воду, ну, чтобы он, в общем, не убегал. И как бы знал, что надо подождать, как только мы помоем лапу, мы его отпускаем. Вот он уже несколько дней, у нас теперь спокойно сидит, уже не пытается вырваться. Так что приступаем. Тафка, мы сейчас едем в Икею, а ты, Сэдди, остаешься дома.
Да, на самом деле там по мелочи, там пару светильников я нашла недорогих, по-моему, за 200 с чем-то рублей. Мне как раз в коридор нужно две штучки. Потом я еще хотела взять простынь на резинке, такого бежевого цвета. Вот, еще нам нужно взять пару контейнеров. То есть один будет для... как у Тафи. Еще раз повторюсь, мне просто несколько раз еще спрашивают, где мы брали этот контейнер для корма. Это обычный, как бы, типа, мусорный контейнер. Ну, или там, не знаю, для чего. А мы сейчас такого уже размера возьмем для Сэдди. И поставим его вот сюда вот. И для балкона мы еще возьмем... три такие контейнера. В один мы будем складывать пластик, в другую бумагу. Ну, может, какой-то поменьше возьмем. И в третий для стекла, так как мы все это разделяем. А по пакетам это просто невозможно уже хранить. Они все разрываются. А так удобно. Они друг на дружке будут стоять. Знаете, я-то видела, которые вот так вот открываются в бок. То есть можно друг на дружку поставить. Ну, в общем, я куплю, потом все вам покажу. А ты какого думаешь взять тогда размера? Какого? Тут вообще вариантов нет. Либо, блин, берите большой, либо берите маленький. Зашибись. Привет, Тафи! Мы приехали, Сэдька! Тихо. Вы скучали по нему? Ой, сладкий, папку поцеловал. Так, смотри, что мы накупили. Сэдька, это не игрушки. Мы купили плафоны. Вот сюда вот и сюда. Всего 250 рублей. Ой. И еще в спальне такой самый простой абажур взяли. Я с тетей. Давай целоваться. Блин, кстати, больно. Ну, аккуратно. Вот еще мы целую кучу. 4 контейнера купили. Кстати, тех контейнеров, в которых у Тафи хранится корм, его сняли с производства, представляете? Поэтому мы взяли немножко другой поменьше. Хрю-хрю, а Сэдька тоже хочет поцеловаться. Так, я еще хотела показать, что стало со штанами. Благодаря нашему маленькому псу. Знаете, что он с ними сделал? Просто разгрыз полностью. Так, вот пока что мы взяли вот такой вот контейнер. Саш, а весы ты куда положил? Большой контейнер. Пока что Сэдькин корм будем хранить, ну, переспать в такой маленький контейнер. Так, пульверизатор взяла. Потом простынь. Еще постельное белье взяла, очень симпатичное, только где оно? А вот. Так, вот теперь у Саши новые тапки. И так, папа весы заказал кухонные. И вот такое вот постельное белье, кстати. Очень неплохое, недорогое, серенького цвета. Что-то захотелось обновить, это уже надоело, одно и то же. Пользуемся двумя комплектами. Захотелось разнообразить. Да, конечно. Вот для этого прям купили, Сэдька. Угу. Посмотрите, насколько это идеально. Вот. Только надо теперь подумать, куда поставить. О! О, Саша, посмотри, это просто мега идеально. Смотри. Для большого, для маленького. Где? Морковочка. Сейчас тебе папа кушать сделал. Сейчас будешь кушать. Сэдди. Не удивлюсь, если он скоро научится открывать эту тут крышку и просто будет есть оттуда. Потому что Сэдька очень сообразительный у нас. Да. Блин, только обидно, что сняли вот эти с производства, потому что мне они нравились. А сейчас там какие-то серые, вообще другой формы. И, по-моему, крышка вот так вот, она не открывается. Если я ничего не путаю. Сэдди,
Смотрите, я ушла буквально на минуту вытереть там лужу. Он уже подошел, отодвинул. Если бы он был не полный, он бы просто его перевернул и сожрал бы просто все. Поэтому мое решение, скорее всего, этот контейнер надо будет переставлять. Иначе он его будет есть. Ну, в смысле, переворачивать. Ты что такой умный? Ты что такой умный? А? Морда, сядь-ка, дай лапу. Молодец, сидеть, лежать. Молодец. Ой, молодец.